В связи с распространением нового штамма коронавирусной инфекции омикрон в Люберецком округе проходят рейды по соблюдению масочного режима в общественном транспорте. Насколько ответственно относятся к своему здоровью водители и пассажиры, проверила наша съемочная группа. Маска одевайте, женщина, пожалуйста. Я одену сейчас. Прямо сейчас одевайте, пожалуйста. Сейчас одену, сейчас. Угу. В связи с эпидемиологической ситуацией в обязанности водителей теперь входит не только слежение за дорогой, но и контроль масочного режима в общественном транспорте. Важно, чтобы у пассажиров был достойный пример бережного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих. Я регулярно ношу маску. Неиспользованные маски, если есть у нас, мы даем. А если нет, ну, мы говорим, что они должны обязательно в маске заходить в автобус. Я соблюдаю масочный режим, когда захожу в автобус, захожу в метро, электричку. Все должны носить маски, потому что любой чих, и ты заболел. Сотрудники администрации, руководители компаний-перевозчиков регулярно проверяют соблюдение масочного режима в общественном транспорте. Нарушителям выписываются штрафы. Из дома выбежал на работу, опоздал, забыл ее взять, в карман положить. Рейды проходят на постоянной основе, не реже 3 раз в неделю. В основном пассажиры положительно относятся к данному масочному режиму. Есть пассажиры, которые категорически отказываются их носить. Сотрудниками административно-пассажирской инспекции в таком случае выписывается административный штраф в размере 5000 рублей. Но гораздо больше потерь может принести омикрон. Поэтому не стоит рисковать ни кошельком, ни здоровьем. Дмитрий Гринчев, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.